Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас приветствую в таком вот автокране, который похож на DutyCorp. Это новый автокран, он недавно появился в интернете, и он очень перспективненький. Поэтому, кто еще не здесь, кто о нем не знает, я делал анонс в своей группе дня два назад. Залетайте, потому что быть первым всегда лучше. Значит, здесь можно добывать пока что вот такие вот криптовалюты с X7 множителем. И я добываю пока что соланку. Вот 16 часов и 1 минуту добываю. Время выставлять нельзя, каждую минуту добывает. В принципе, я умножил, грубо говоря, вот это вот число соланы на 4, потому что в автофаусете я добываю каждые 4 минуты, а здесь каждую минуту. И в принципе даже здесь выгоднее получается. Но в автофаусете есть прикол, что пятница, суббота и воскресенье на 20% больше добычи, а здесь такого пока что нет. Поэтому как-то так. Но в любом случае автокраны нам нужны, они нам позволяют добывать много крипты. И я буду юзать вместе с этим DutyCorp и этот автокран. Значит, здесь все как и везде. Регистрируемся в этих вот настройках, или здесь, по-моему, в настройках выбираем кошелек FawcettPay и вбиваем туда email FawcettPay, на который вы регистрировали там кошелек. В общем, все понятно. Выбирайте хоть все валюты, наверное. Но я только добываю Solana, поэтому можно Tron, допустим, видите, меняется число. То есть вот так вот выбираете, какую хотите из них добывать, и добываете. Также здесь есть обычный кран. Так, выбираете вот такая простая капча, повторялку. Выбираете, так, нажимаете. Вот это кран, который добывает внутрикрановую валюту, так сказать, за которую вы потом уже добываете крипту. Есть Faucet Game. Тоже выбираем повторяющийся значок. И одну из этих криптовалют вам дают. То есть сейчас я выиграл трон. 1 500 000 трона мне добавили на базу. И раз в полчаса заходим, забираем. Также здесь есть депозит. Депнуть можно. Также здесь есть PTC-шки, можно смотреть. Как на DutyCorp, то же самое. Так, какую-то маленькую посмотрю, чтобы вам показать. То есть 5 секунд, допустим, смотрите. И выбираете капчу, простая капча, слава богу, и все. И вам зачисляется тоже XP. Кстати, за XP вам дают левел. Каждый левел, там, допустим, за 5-й левел мне дали 500 поинтов этого крана. Наверное, за 10-й левел дадут 1000. В принципе, наверное, такая же фигня, как и в DutyCorp. Видите, каждый 5-й левел 500. Потом еще за 5-й левел 10, здесь 1000, потом что-то, потом здесь каждый 10-й, короче, тут надо разбираться. Вот переведу, потому что я только начал в этом кране разбираться. Ну, в принципе, как и в DutyCorp. За 5-й уровень 500, за 10-й 1000, а потом там, если у вас будет 100-й уровень, там 100 тысяч будет, короче, как-то так. Так, значит, ну и есть, естественно, всеми любимые нами как их, шортлинки. Шортлинки здесь не тяжелые, в принципе, хорошие. Я почти все их вчера прошел. То есть вот это вот самая простая. То есть ничего сложного. XP дают за шортлинки 100, за PTC-шки 50. То есть в принципе все как тупо в DutyCorp. Не удивлюсь, если даже хозяин открыл дополнительный кран. Можно даже проголосовать. Так, ну и все, в принципе. Также можно обмен делать криптовалюты на криптовалюту. Можно сразу эти сетимпсы поменять на какую-то криптовалюту. Так, ну и вывод здесь я еще пока что не накопил. Допустим, у меня Solana сейчас копится. Вывод Solana 230 тысяч минималка на FawcettPay без комиссии. Все выводится. Так что вот такой вот автокран. Ссылки в описании. Переходите, регистрируйтесь. Ну и всем удачи, пока-пока, до новых встреч и поменьше скама.